Жители улицы Березовая говорят, что сначала даже не поверили глазам, увидев в своих дворах строительную технику. Какова была их радость, когда рабочие приступили к капитальной реконструкции внутридомовых проезжих частей, потому что ямочный ремонт уже не спасал. Колдобины были таких размеров, что проваливались колеса. Я сама автовладелец, и дорога ужасная вообще просто. Поэтому, конечно, очень благодарны. Вот, и спасибо. Реконструкция затронула дорогу вдоль третьего дома по улице Березовая и востребованный у автомобилистов отрезок между домами 4 и 6 по Ольховой вниз к Березовой. На обоих участках предстоит заменить асфальт, поставить новый бордюрный камень и отремонтировать тротуар. Основные проезды не ремонтировались ни разу со времен постройки. Домам уже более 10 лет. Поэтому было принято решение к такому вот серьезному комплексному благоустройству, комплексной замене асфальтового покрытия, не ямочному ремонту. Хотя параллельно по всем остальным домам по Ольховой и Березовой улице мы также ведем ямочные ремонты, достаточно тоже крупные, объемные. Это и въезды в паркинге, и внутри паркингов, внутри ряда паркингов мы тоже меняем асфальт. На участке задействовано 10 рабочих и 4 единицы техники, поэтому реконструкция идет высокими темпами. Подрядчик обещает завершить ее к 10 июля. Сейчас пока выдергиваем бордюрный камень и сразу же устанавливаем его. Устанавливаем бордюрный камень, вывозим мусор и засыпаем щебнем. Расходы на ремонт взяла на себя местная управляющая компания. Подобная глобальная реконструкция одновременно ведется и на Ольховой 8. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.